Теперь так, я сейчас хочу взять себе, смотрите, вот это мой адрес. Я должен до самой смерти или заткнуться, или воевать вот с этим. Обвинение мой адрес. Да? И еще частично твой, мой брат Юрий Владимирович. Ложь, мошенничество, ума не нажил, лженаука, чушь. Вот эти слова была реакция на что? Ну, чаще всего вот это. Я просто на этом остановлюсь. Почему? Дальше я буду таким добрым, вы даже не поверите, что тот самый злой железо может таким. Итак, было спрошено это привитое дерево. 7-й год пошел, вот уже цветочные почки, спрашивают, не плодоносит, дайте совет. Совет был от одной из тимирязевок. Фамилию сегодня называть не буду, буду добрый. Отрезать эту ветку, это ровно пол дерева. Потом еще вот эту ветку, это еще четверть. Остается осьмушка. То есть вот это вот, рано, 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 остается вот эта осьмушка. Потом поправилось не 40 сантиметров, 50, видимо, имел в виду, что вот это тоже лишнее. Но это уже детали. Вот. Естественно, жаль, мы не знаем конца. Или она раздумала резать. Все-таки мой брат успел упредить. Вот. Но врагов нажили страшно. Началась такая страшная картина. А я сейчас хочу наоборот. Смотрите, девушки, девчата, не, ну, конечно, женщины, вот, но привычка, вы для меня все девчата, я с высоты возраста. Вот, смотрите, вот это у меня яблоня, одна из многих, они мне все такие, я просто вам еще раз скажу, вы когда, ну, такой добрый совет, знаете, когда вы еще увидите вот такое, кто-то, ну, может быть, какие-то нарушения будут тут, может, такая же точно будет крона, она же привитая, а прививок нет этих, штамба. Прививка – это ветка боковая, с которой мы дерево пытаемся сделать. Естественно, что это отрезать бессмысленно, не нужно, уже по той причине, что кроме ран мы ничего не получим. Так же, как и здесь. Я считаю, это и ошибка. Вот. А я надеюсь, что потом это же тимирязевка, она, ну, уже, когда увидит такое, а тут, допустим, такое дерево, ну, оно уже не станет калечить. А дальше смотрим вместе теперь. Вот я их беру. Хотя бы свидетели, союзники, потому что надо как-то исправлять это положение. Это болезнь, как только увидите, это сразу руки, уничтожите ветки. А это уже полдерева, согласитесь. Вот. Смотрим дальше. Ну, 5 числа после звонка Тоторова, смотрю, целое 5 мая. Посмотрел, тоже целое. И только на черном абрикосе я увидел легкое, кончики прихватил мороз. Короче, ничего страшного не случилось. Сейчас я отвлекусь, в каком плане. Я получил письмо. Значит, я вам показываю яблоню, да? Вот. На острове. Это был расцвет. Пожар был, но пожар искусственный. Вот. Ребята на мотоциклах там постарались. Вот. Подвели. Фактически я уже расставался с садом. Я его сдал в аренду. Надо было заниматься дальше наукой. Дал в аренду. Арендаторы прохлопали. И кому-то надо было... У меня было много врагов. У меня была такая работа на заводе. Вот. В общем, неприятно все вспоминать. Потом, значит, были вот такие. Вот такие. Вот. И вот такое было. Вот. И сейчас я вдруг получаю письмо. Внимание. Вот. Валерий Константинович. Вот это мой уч не весь остров, а вот этот участок, он переходил из рук в руки и оказался в руках у Натальи. Вот. И вот эта Наталья пишет мне письмо, недавно совсем. Валерий Константинович, здравствуйте. Ваш остров уже столько лет стоит, он уже давно не мой. Может, нужна земля кому посадить или продать дешево. Наталья, смотрите внимательно. Это ее электронный адрес. Кому надо, заинтересуется, найдет, так? Все остальное я растерял. У меня несколько лет прошло, я потерял ее письмо, телефон потерял, ее мужа Андрея. Так. И все получается, что все-таки найти концы можно. И теперь дальше. Что получается? Я сейчас еще, чтобы быть добросовестным, ну, надо помочь человеку. А вдруг кому-то... Ведь я же показал не случайно вот это вот. Это же не это... Это все реально, вот это вот, это все с острова. Так вот, сейчас я вам покажу.
2017 или 16 год, сейчас помню, где у меня есть фотографии. Так, это был 16, тогда 17. И с легкой душой продолжим наш разговор. А, 17. Вот. Значит, так. Если вы все это видите, вот протока. Это когда остров, когда полуостров. Бывает сухая. Протока прекрасная. Столько рыбы мы здесь ловили. Вот. Одну фотографию сохранилась. Вторая сохранилась. Видите, какая красота. Вот, вот так полузаброшенная выглядела уже на тот период, когда вот, когда вот эта беда случилась, так. Вот трехэтажный домик, вот он. Как сейчас выглядит, я не знаю. Несколько лет, я проезжаю мимо, у меня сразу сердце начинает колотить, давление скакать. Сколько там было труда вложено. Ну, это погреб. Вот, вот со всех видов. Видели, да? Кого заинтересует, электронный адрес видели. Теперь я дополнительно попросил у нее хотя бы телефон. Все, я свое дело выполнил, потому что если она не может освоить, так, значит, вдруг кому-то. Рядом прекрасный участок. Рядом кто-то хозяйничает. Только я уже не знаю, кто.